Ребята из Гжельской школы учатся росписи. Этот урок для них особенный. Пятиконечную звезду ученики расписывают старательно. Они знают, их поделки отправят участникам СВО, поэтому так тщательно выводят каждый штрих. Во-первых, для того, чтобы поддержать наших солдат, чтобы им было приятно, что о них помнят, что о них знают. Переворачиваю кисть. И этой же окрашенной стороной кисточки я снова, касаясь краски, веду в другую сторону, набираю. В одну перевернула, другую. Краска набирается наполовинку. Подрастающее поколение воспитывает в духе патриотизма. Любовь к отчизне, уважение к старшему поколению всегда были, есть и остаются важными аспектами. Гжельская роспись, она ручная, мазковая, насложная. Но каждый из них старается написать красивую эту звездочку, чтобы потом действительно, когда она попадет к солдатам, чтобы это было приятно и для них тоже. Обведем границы вот этого сердечка, выделим его тонкой кисточкой, прям по краю выделили. Поддержка наших соотечественников и тех, кто стоит на страже границ, всегда являются значимыми для россиян. Мы передадим эти звездочки волонтерам, которые отвезут их на передовую. Собственно говоря, молодежь наша действительно хорошая, в том смысле, что она и патриотичная, что она понимает, что сейчас проводится такая операция в защиту нашей Родины, в защиту нашего мира, для того, чтобы им учиться дальше и жить в мирной обстановке. Ребята и мастера, которые помогли им создать уникальные звезды, надеются, что эти изделия станут для участников СВО надежными талисманами. Каждое пятиконечное творение выполнено гжельской росписью. А еще есть надпись от каждого автора, которая точно поможет быть уверенным в себе и верном деле. Елена Цыганова, Андрей Пластунов, Андрей Минкин, Раменское телевидение.